Груженная «Газель» на полном ходу врезалась в столб сегодня утром на улице Лукницкого. В аварии серьезно пострадал водитель грузовика. Кабину от удара разворотило так, что мужчина не смог выбраться самостоятельно. Из разбитой машины его доставали спасатели. По одной из версий, которой придерживается и сам мужчина, находившийся за рулем «Газели», и его друзья, грузовик подрезали две иномарки, водители которых на пустой утренней дороге решили устроить гонки. Айрат Назипов продолжит. Все произошло еще ранним утром, когда дороги были еще свободными, чем некоторые и пользовались, набирая немалую скорость. Водитель «Газели», двигаясь по улице Лукницкого в направлении улицы 25 лет Октября, не справился с управлением и влетел в столб. Сам же мужчина был уверен, что его подрезала иномарка. Со слов водителя, по этой же улице устроили гонки два водителя. И один из них на марке автомобиль «Датсун» подрезал его, вследствие чего произошло ДТП. После столкновения со столбом автомобилист оказался зажат в сильной искореженной кабине грузовика. Его извлекли, прибывшие на место спасатели, после чего мужчину передали в руки медиков. В настоящее время водитель «Газели» госпитализирован в больницу, получил такие травмы, как ушиб плеча и травму коленной чашечки. В результате ДТП «Газель» полностью лишилась передней части. Теперь водителю предстоит найти очевидцев этого происшествия, либо иные доказательства, подтверждающие его слова. В противном случае виновным в происшествии будет признан он сам. Столкновений с другими автомобилями не было. И ремонтировать свою машину, а также возмещать причиненные убытки придется самому водителю «Газели». Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.